Итак, вот добрался я до инкодера, по-моему, если я правильно называю. Вот он сам диск калибровочный. И как я подозреваю, что у меня случилось с диском, все хорошо. Диск хороший, не потресканный, ничего. Вот я вот так ее пошевелю, вот, я надеюсь, видно. Видите, да, как сильно разболталась она. Ну и похоже, когда вот начинается калибровка, она сбивается. Вот видите, да, как она болтается сильно. Сейчас буду ее подтягивать. Ну тут вот он получается, болтик внизу. Вот его вот так видно. И вроде как все, может еще один какой-то. А, и вот еще один вижу. Да, получается два болтика. Здесь и там. Вот. Их подтяну, соберу. Ну и надеюсь, это все, потому что видимых таких причин, почему еще это может случаться, я не вижу больше.